Приветствую вас, народ Божий. Давайте все вместе скажем слава Богу. I'm happy to greet you, all people of God. Let's say, действительно, радость великая прийти в Дом Божий утром. It's a great joy to come to the house of God in the morning. И я хочу сегодня, знаете, держать связь между пятничным служением и воскресным служением. And today I want to keep this connection between Friday service and Sunday service. Мы разбираем сейчас Римлянам 12 главу. We're studying Romans chapter 12. И я честно вам скажу, я внимательно в пятницу внимательно слушал, и уже, знаете, внутри меня было слово, которое я должен сказать в воскресенье. And I will honestly tell you that I was listening on Friday, and at that time inside of me there was a word which I wanted to share with you on Sunday. У меня даже сестра Люба в конце собрания спросила, говорит, Игорь, чего ты молчал все служение, ничего не говорил в пятницу? Even I was asked, Igor, why were you quiet the entire service, didn't say anything? Вы знаете, Бог так чудно нас устроил, что в пятницу ты уже можешь получать слово и думать о воскресенье, понедельнике, о других многих днях. And you know that God has created us so wonderfully that even on Friday you can receive word and think about Monday and other days. Я хочу вам напомнить о том, о чем там написано. And I would like to remind you what it says. Хотя Ира писала, говорит, что все должны эту главу знать наизусть, 12-ю, да? Другая Ира. Even though Irina said that everyone should memorize this chapter. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. И знаете, я как по-хорошему просто зациклился на этом слове «предоставьте». And I just got stuck on this word to present. И все служение, думаю, почему оно меня не отпускает? And the entire service I was thinking, like, why wouldn't it let me go? Домой прихожу, оно меня не отпускает. I come home and it wouldn't let me go. В других переводах написано, принесите вашу жизнь. In other translations it says to bring your life. Принесите ваши тела, то еще есть один перевод. Another translation says to bring your bodies. Но знаете, что меня коснулось, вот какое слово больше всего? But you know what word touched me the most? В моем разуме было, говорил Дух Святой, предложите себя. In my mind the Holy Spirit was saying, offer yourselves. Предложите себя Богу. Offer yourselves to God. Вы знаете, что мне кажется, что зачастую мы выбираем сами свои пути. And you know, it seems to me that oftentimes we choose our own ways. Если я сделаю то или иное, то Бог будет действовать вот так или по-другому. If I do this or that, then God is going to act one way or another. Я уже столько лет в церкви нахожусь, что я знаю, как оно работает, как оно должно быть. And I've been in church for so many years, I know how it works. И на самом деле, мне кажется, что мы редко себя или вообще никогда не предлагаем Богу. And it seems to me that we rarely or sometimes never offer ourselves to God. Предложить это значит согласиться с Ним. To offer it means to agree with Him. Предложить это действительно сказать, Господь, все, что Ты хочешь, Ты делай со мной. To offer it means to say, Lord, whatever You want, почему to do, это фундамент, do it with me. Почему это корень, почему это основание? Why is it the foundation? Why is it the root? Потому что, смотрите, the base? Даже по-простому, если мы не будем этого делать, simply, приходя на служение, service, мы еще следующие 20 лет for the next 20 years, будем решать, какие мы хотим песни петь, какие мы не хотим песни петь. Kind of мы будем следующие 20 лет решать, какие нам проповеди нравятся, какие не нравятся. Years, кто хорошо проповедует, like, кто плохо проповедует. Well, и тому подобное. Я не хочу продолжать этот список. Like that, все лишь только потому, что я зациклен сам на себе. And today is because I'm focused on myself. Я хочу лишь только, чтобы удовлетворили меня. I just want for myself to be pleased. Но когда я прихожу к Богу, but when I come to God, и предлагаю себя Ему, and I offer myself to Him, это значит, Господь, it means, Lord, все, что Ты хочешь, whatever you want, прямо сейчас, right now, делай во мне и со мной. Do it in me. Это совершенно другой подход, поверьте мне. Ты будешь поклоняться Ему, потому что Ему нравится это. Он хочет этого. Я не знаю, в какой форме. Может быть, ты, как и я, не умеешь петь.
Maybe you are like me, cannot sing. И ты сильно открываешь рот, и всем кажется, что ты громко поешь. And when you open your mouth, everybody sings. Но на самом деле ты изнутри отдаешь Богу хвалу. Sing loudly, but truly you give the praise to God from the inside. Может быть, наоборот, ты громко поешь, но не поднимаешь руки. Maybe you're singing loudly, but you do not raise your hands. А может быть, ты не поднимаешь руки, но ты хорошо молишься или ты желаешь молиться. Or maybe you are not raising your hands, but you pray well and you want to pray. Это то, когда ты предлагаешь себя Богу. This is when you offer yourself to я God. Я стою перед Ним. I stand before Him. Я говорю, Господь, я сосуд Твой. And I say, God, I am Your vessel. Я просто смиряюсь пред Тобою. And I simply humble myself before You. Я предлагаю себя you. Тебе. I offer myself to You. Для разумного служения Вашего. For reasonable service. Там еще говорится, в жертву благую, угодную, совершенную. And it says for a sacrifice. Святую. Good and perfect and holy. Вы знаете, что жертва, когда на жертвеннике, она уже ничего делать не может. And you know, when the sacrifice is on the altar, it cannot от do anything. От нее уже абсолютно ничего не зависит. Nothing depends on it at this point. Вот в поклонении Богу. In worship to God. Когда мы входим в Его присутствие. When we enter into His presence. От нас ничего не зависит. Nothing depends on us anymore. И вы поймите, не мы делаемся святыми, and please understand, живыми и угодными. It's not us who become holy and living and никто из нас сам не может изобразить святость абсолютно. None of us can depict holiness. Это Бог посредством того, что мы смиряемся перед Ним. It is God through us предлагаем humbling Ему себя. When we offer ourselves Он, производя to him, свою работу, делает из нас does his work in us. Живых, святых, and makes us living и пригодных для Его служения. And, able to serve him. Доброе утро, дорогие Good братья morning, и сестры! Brothers and sisters. Давайте встанем для Let's молитвы. Stand up for a prayer. Отец, мы прославляем Тебя, мы величаем Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, за это прекрасное утро. То, что Ты Бог живой, великий, всемогущий, Господь. И мы признаем это, Господь, потому что мы это познали в своей жизни, Господь. Мы предлагаем сегодня себя Тебе, Господь. Мы отдаем свои тела, свои жизни, Господь, смиряясь пред Тобой, для того, чтобы Ты производил работу в нас, чтобы Ты очищал нас, освящал, делал нас угодными для того, чтобы служить Тебе, Господь. И я сегодня хочу, чтобы Дух Святой произвел эту работу прямо на этом месте, Господь. Пусть не будет нашего «я», Господь, пусть не будет нашего эго, но сегодня это место по праву принадлежит Тебе, Господь. И здесь, я верю, собрались поклонники, которые поклоняются в духе и в истине, Господь. И я молю Тебя, пусть сегодня сила Духа Святого действует на этом месте, Господь. Она открывает наши сердца, она исцеляет наши сердца, восстанавливает наши жизни, Господь, делает нас целостными, Господь, делает нас действительно, Господь, благословенными в Тебе, Бог мой. Мы благословляем сегодня друг друга, но мы благословляем Твое святое имя, Господь, потому что это место принадлежит Тебе, Господь, и Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. Мы поклоняемся Тебе, преклоняемся пред Тобой, живой, великий, совершенный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
glorifying God, saying, praise everything, everything that's living, everything that's under heaven and earth, the angels, the mountains, let everything praise the Lord. In Psalm 100, it says that worship the Lord with gladness, come before Him, singing with joy. Let's praise our Heavenly Father. Just go.
the power of your love. How deep, how wide, how great it is, Father.
God, we thank you. We thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Lord, that you are worthy, Father. And Father, you come. You come with your presence, Lord, and you respond, Lord. You respond with peace, with joy, and love, Father. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Father, you know all things, for all things are before you, Lord. You know, Father, Lord, all the hearts that have come here. Father, we ask you right now in the name of Jesus, Lord. Father, just prepare our hearts, Lord, to receive your word. To receive that what you have prepared for us, Lord. We ask you, Holy Spirit, to search the deep things of us, Lord. Father, we ask you to open our eyes so that we may see. Open our ears, Father, so that we can hear, Lord. Put it in our hearts, Lord, so that we will not only be hearers, but also doers of your word, God. Father, to tear down the high places in our life, Lord, so that it will all be for the glory of you and your Son, Lord. Oh, to be in fellowship with the Holy Spirit, to bring forth your kingdom, Lord. I pray, Lord, transform us, Lord. It is our desire to offer our life as a living sacrifice to you, to glorify you, Lord. We pray you, God, transform our understanding, Lord. Unbraid our thoughts, Lord. Unbraid, Lord, the things that are a hindrance, Lord, so that we may clearly see and understand, Lord, in this day and hour, Lord, in this generation, Father, so that we will become, Lord, that what you have called us, that what you have seen for us, Father, according to your will and your goodness, Lord. We thank you. In Jesus' name, amen. Друзья, слава Богу, хочу вместе с вами. Friends, praise God. I want to say it again together Игорь, with you. Не проснулись, да? Still haven't woken up. А давайте просто вот от сердца, друзья, на самом деле, ну, громко скажем, слава Богу. Let's say loudly, praise God. Он достоин славы. Мы живы. He is worthy of all praise. We are Можем alive. Можем быть на этом месте. We can be in this place. Бог достоин всей славы. God is worthy of all praise. Аминь. Друзья, Amen. Завтра у нас молитвенное здесь общение. Tomorrow we have a prayer meeting. Приходите все, будем молиться нашему Господу. Хотя, конечно, молитесь и дома, и везде молитесь. But of course, pray at home and everywhere. Пятницу продолжаем 12 глава Римлянам. Friday we continue to study chapter 12 of Romans. А в следующее воскресенье, друзья, у нас вечеря Господня, хлебопреломление. And next Sunday, friends, we will have communion of the Lord. Тоже особое служение, настраивайтесь на это. A special service, please prepare yourselves. Я всегда предлагаю перед этим, возьмите пост. And I always offer before that, please take a fast. Мы стараемся, вот среда, четверг, пятница, три дня, ну хотя бы полдня кому тяжело. And we try Wednesday through Friday for three days, try at least half a day if it's difficult for you. Это не для того, чтобы Бога впечатлить, чтобы нам смириться, чтобы нам приблизиться it's к Господу. It's not to impress God, but it's for us to humble ourselves. Чтобы потом в следующую пятницу у нас будет вечер поклонения в 7:30 будет. Не в это будет в следующую пятницу. And then the following Friday, we will have a worship night, 7:30. Okay. И потом у нас будет в гостях брат с Украины Павел Голов 8 числа. And August 8th, we will have a guest speaker visiting us, Павел Голов from Ukraine. Также молодежь, 13-15 августа будет конференция в Нью-Джерси, называется One Coast Conference. Okay. Also for youth, August 13th through 15th, there will be a youth conference One Coast in New Jersey. Там прошлый год где-то 800 человек собиралось, то есть много молодежи, интересно, хорошие спикера будут. And last year there were about 800 people, lots of young people and good speakers. Ну, один из них Влад Савчук и другие тоже хорошие братья будут там. Влад Савчук is one of them. There will be also other good brothers. Молодежь там все будет по-английски. And everything will be in English. Okay, Дэн, пожалуйста. Right now we're going to do offering. Сейчас мы будем делать пожертвование. Tithing. Tithing was done before the Bible was even written.
И десятина была принесена до того, как еще Библия была написана. Because it's the Lord that provides us health and finances. Потому что Господь, он нас обеспечивает здоровьем и финансами. But I don't want to talk about quickly. I don't want to talk about tithing right now. Но я не хочу быстро говорить о десятине. I want to talk about your heart, how you bring your tithing to God. А я хочу говорить о вашем сердце и как вы приносите десятину Господу. Do you? It's like a relationship. Do you shove it in the basket and be like, here you go, God, here it is? Это как в отношениях. Вы это засовываете в корзину и говорите, вот Бог, это. Or it's God, I thank you for what I have. Maybe you blessed me through a lot, or I don't see your blessing right now, but I believe in your blessing will come. Или может быть вы говорите, Господь, ты благословил меня много. Может быть я не вижу сегодня твоих благословений, но я верю в них. It's like a relationship. Это как взаимоотношения. It's like me talking to my mom. I love you, but inside, in my heart, I hate you. Это как я разговариваю со своей мамой, говорю, я тебя люблю, но внутри своем сердце я тебя ненавижу. Yeah, that I love you does not count. И это я, когда я говорю, я тебя люблю, но не считаю, не в счет. Because it's what's in your heart. That's what God looks about. Потому что Бог смотрит на то, что у тебя в сердце. So as we rise up for tithing, и когда мы будем вставать, чтобы отдавать десятины, can we all rise? Давайте мы встанем. And we'll pray for our tithing that we're about to give. И мы будем молиться. Lord, I thank you for the ability to serve, and Lord, money to give towards the church to your kingdom, Lord. And Lord, that we can, Lord, I just pray that we may find ways to spread your word, Lord, to touch new souls, Lord. Lord, I just pray, Lord, as we give this tithing, that Lord, we may give it out of love, Lord, to you, Lord. It doesn't matter if it's a dollar to many thousands, Lord, that we may have an open heart and have a heart to give it to you, because you're our provider, Lord. You're our God, you're our comforter, Lord. And we ask you, Lord, you give, Lord. And I thank you for all you, what you have done and blessed us through this season, through this time, through this year, Lord, and that we may bless other people so they may bless other people. In Jesus' name, amen. Thank you.
Друзья мои, у нас есть прекрасная молодая пара, которая на прошлой неделе отметила свое 25-летие совместной жизни. Friends, we have a beautiful young couple who celebrated their 25th anniversary last week. И сегодня мы от имени всех присутствующих на этом собрании хотим их поздравить и благословить на дальнейшие 25 лет, чтобы они прошли в здоровье и благополучии. And we would like to congratulate them together and wish them a blessing for another 25 years. Поздравляем вас. Как быстро годы пролетают, их не вернуть и не догнать. У вас серебряная свадьба, вы вместе ровно 25. В глазах все тот же нежный свет, и теплом наполнены сердца, словно не коснулись их года. Не было как будто глупых ссор, были, но не гас от них костер милого родного очага, и семья по-прежнему крепка. А нам приятно поздравлять семью, где мир и благодать. Желаем вам, чтобы до золотой свадьбы вас Господь благословил. Давайте мы все помолимся за них. Благословим на дальнейшие дни жизни. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя вместе со Славиком, Молей. Благодарим Тебя, Господь, за эти совместные дни жизни, Господь. Благословляем их, Господь, в дальнейшем. Молимся о том, Господь, чтобы Твоя рука святая почивала на их доме, на их семье, Господь. Чтобы они дальше служили Тебе, Господь. Чтобы они дальше являли верность себе, Господь. Храни их дом, Господь, от всяких посягательств. Я призываю Твою ограду святой крови, Господь. Я молю Тебя, храни их духовно, душевно, физически, Господь. Во всем благословляй, Господь, и приумножь те дарования, которые Ты им дал, Господи. Мы благословляем их, Господь, благословляем как церковь, Господь, благословляем лично. Тебе пусть будет слава, хвала, честь и поклонение. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Благословляем именем Создателя, благословляем именем Христа, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Благословим вас навсегда. Давайте погромче поздравим нашего пастыря. Счастливого воскресенья, дорогая церковь! Как у вас дела? Славик, поздравляем! I'm sure in Jesus' name I'll hit my 25th year sometime soon, right? И мое 25-летие тоже скоро придет. We're coming close to 5 years, actually. Мы подходим к пятилетию. It's been 5 years since I met you guys. И было почти 5 лет, как я с вами познакомился. I was skinnier and had no beard. Я был чуть потоньше, у меня не было бороды. But it's been a blessing to be a part of this family. Но это благословение быть частью вашей семьи. Friends, I want to jump straight to the word. Друзья, я хочу сразу вникнуть в слово. I'm going to be honest with you guys, it's a bit of a lengthy word. И я честно скажу, это длинное слово. So I'm going to ask from the brothers in the back. Я попрошу братьев сзади. If you guys can do all the verses in Russian for the sake of time. Если вы можете высвечивать все слова по-русски. And everybody else follow along in your personal Bible. И все остальные следите за ними в своих Библиях. The word today, friends, is this: Are we worthy? И сегодняшнее слово: достойны ли мы?
I don't want you guys to just right away answer this. I want you guys to just take a moment. И я не хочу, чтобы вы сразу же отвечали. Я хочу, чтобы вы немножко задумались. Are we worthy? Достойны ли мы? Worthy of what? Достойны чего? Right. I've shared before about witnessing to others and being a testimony out to the world. Я делился прежде о том, как свидетельствовать другим. You know, the idea of sharing out our faith to everyone, not just in the building, but outside of the building, right? И идея о том, как делиться своей верой не только с людьми в этом здании, но также по за стенами. As we dig deeper and deeper into this topic of being a testimony to the world. И когда мы вникаем глубже и глубже в эту тему, быть свидетелями этому миру. You know, things just kind of branch out like a tree. И вещи, они как-то развиваются, как бы ветки дерева. We start out with one big branch. И мы начинаем с одной that ветви. Branch goes into two to three different branches. И эта ветвь, она вырастает, дает место двум или трем. And those branches produce two or three more. И те ветви производят две или три. You know, and talking about being a witness and being a testimony out to others and sharing your faith. И говоря о том, как быть свидетелем и как делиться своей верой. You know, there comes moments where we ourselves can question ourselves when we're sharing our faith. И приходит момент, когда мы задаемся вопросом. You know, we have moments of looking at ourselves and saying, why should I even be sharing when sometimes I'm a little bit shaky? И мы спрашиваем себя, почему я должен делиться, когда я сам еще колеблюсь? Who am I to pray for this person when I need prayer myself? Кто я такой, чтобы молиться за этого человека, когда я сам нуждаюсь в молитве? Who am I to tell somebody to and invite them to church when I myself am lacking in this? И кто я такой, чтобы пригласить кого-то в церковь, когда мне самому этого не хватает? You know, there's two different things that I want to cover today. И две вещи, которые я хочу сегодня. And that is the attitude that we have towards ourselves. И первое это отношение, которое мы имеем к самим себе. The way that we view ourselves. Как мы себя видим. When we reflect ourselves. И когда мы отражаем самих себя. And we're able to reveal the true condition of our heart. И когда мы можем раскрывать настоящее состояние своего сердца. The raw and uncensored person that we really are outside of the church. Настоящий человек, который находится. And we ask ourselves, are we worthy? И мы задаем себе вопрос, достойны ли мы? And the second part is the attitude in which we measure others. И вторая часть, второй вопрос, это отношение, как мы судим других? And we ask, are they worthy? И мы спрашиваем, а они достойны ли? And let's not act like our hands are clean and we never have done this. И давайте не будем себя вести, как будто наши руки чисты, мы этого не сделали раньше никогда. Because we have all done one or the other or both at some time in our walk with God. Потому что мы сделали или одно или другое на нашем пути Friends, с Господом. I want this to be a how can I say it? A community word, I guess. И я хочу, чтобы это было как бы общественная работа. I want to know you guys are awake. Я знаю, что вы проснулись. Amen. Amen. And I want to know that you guys are receiving an understanding. И я хочу знать, что вы получаете это знание, понимание. I want us to participate. Я хочу, чтобы все участвовали. If I was working with kids, I'd have a bag of candy and I'd kind of throw candy at you guys as you would, если, you know, give answers. Если б я работал с детьми, я бы принес мешок конфет и выбрасывал бы конфеты, That's когда a way вы мне to отвечаете get kids, на вопросы. To get kids excited and get kids participating. Это один из способов, чтобы поощрить их участие. Friends, but I don't have candy for you guys. Но у меня нету конфет для вас, друзья. I just want you guys to just get excited and partake, amen? Я хочу, чтобы вы просто радовались и участвовали. So we'll start with this. Мы начнем со следующего. I'm interested in understanding why people don't come to church. Мне интересно знать, почему люди не приходят в церковь. And why people stop coming to church. И почему люди перестают ходить в церковь. I just want the three answers that can come to mind right quick. И три ответа приходят мне на ум. Three people that can answer why people don't come to church and why people stop coming to church. Почему люди не приходят в церковь и почему люди перестают ходить в церковь? Три ответа. Guilt. Вина. Judgment. Суд. Guilt, fear of judgment. One more, Dan.
Okay, one more. Past experiences. We have guilt, we have fear of judgment, and we have past bad experiences. Okay, значит, у нас есть вина, страх, осуждение и прошлый опыт. You know, there's many reasons why this happens. И много причин, почему это происходит. There's many reasons why there are people that were in church for so many years and just stopped coming out of nowhere. И много причин, почему люди были в церкви столько много лет и вдруг ни с того ни с сего перестали ходить. There's reasons why people that never came to church came a couple of times and decided I never want to go back again. Есть причина, по которой люди, которые никогда не ходили в церковь, пришли раз или два и решили, что я не хочу больше никогда возвращаться. And then there's reasons why there's people that just will never come to church at all. И есть причина, по которой люди просто не ходят в церковь вообще. And there's two of them that I want us to explore today. И две из них я хочу исследовать сегодня. And that's the idea of, am I even worthy enough to stand in the presence of God? И это состояние, достоин ли я, чтобы стоять в присутствии Господа? Am I even worthy enough to stand in the presence of God? Достоин ли я того, чтобы стоять в присутствии Бога? The attitude towards ourselves. Отношение к себе. And the way we can make others feel like that. И как мы заставляем других чувствовать. And I want to deliver this message in a way that is easy for us to understand this. И я хочу преподнести это послание так, чтобы нам было просто понять. A way that we can relate this. Чтобы мы могли. And I apologize to the single people right now because they're not going to quite yet understand this analogy. И я приношу извинения к тем, которые еще не женаты, не замужние, потому что они не поймут это сравнение. Single adults, raise your hand. Young adults. Все, которые не замужние, не женаты, поднимите свои руки. Don't be shy. Everyone knows you're single. Не стесняйтесь. Все знают, что вы женаты, не замужние. God bless you with godly husbands and wives in Jesus' name. Пусть Бог благословит вас Боже мужьями и женами. So. Here's the comparison. И вот сравнение. I'm talking about my wife. Я буду говорить о моей жене. She's too good for me. Она слишком хороша для меня. Right? I feel like in the marriage, I got the better end of the deal here. И я чувствую, что как будто в нашем браке, что я выиграл. Husbands, am I right or am I wrong? Я прав или нет, мужья? Who feels like that in their marriage, husbands? Кто так чувствует в своем браке? Be careful, because you still have to ride back home with her. Аккуратно, потому что вам нужно еще с ней ехать домой. Do you ever analyze your marriage and you feel like, man, my wife is way too good for me? Вы анализировали свой брак и сказали, моя жена, она слишком хороша для меня. Remember, this is a cooperative talk here. Let's raise our Помните, hands, husbands. Мы все участвуем, поднимайте руки. I feel that quite often. Я чувствую так очень часто. I feel like my in-laws definitely gave me a lot more than I gave to them. И я чувствую, что мои тещи и тещи дали мне много, чем я дал им. But wives, I hope you guys also feel the same way. Жены, я надеюсь, что вы чувствуете таким же образом. And you guys don't walk around like, yeah, I'm such a blessing to you, husband. И вы не ходите и говорите, а, я такое благословение тебе, муж. You know, I want to see what wives are actually brave enough today to say, hey, I'm not always right. И я хочу видеть жен, которые сегодня смело сказать, что я не всегда права. Or wives that can raise their hands and say, hey, my husband is definitely really good to me, way more than I ever would have deserved. И жены, которые могут поднять руку и сказать, что мой муж, он очень добр ко мне, намного лучше, чем я бы заслуживала. Человек, который любит меня настолько. This person that dedicates everything they can to me. Человек, который посвящает все, что может. They are faithful beyond measure. Они верны. They're always there for me. Беспредельно. They correct me when they need to correct me. Всегда находятся там, когда я нуждаюсь в нем, они всегда меня исправляют. They come for me. Они утешают меня. They walk through me with me through the good times and the bad times. Они проходят со мной через хорошее и плохое. They teach me when they have to teach me. Они учат меня, когда нужно учить меня. They tell me when I'm right and they tell me when I'm wrong. Они говорят мне, когда я права, когда я не права. They sacrifice every single day for me. И они жертвуют каждый день для меня. They take from themselves to give more to me. Они берут от себя, чтобы дать больше мне. They'll do whatever they can in their power to make sure that I'm always happy, right? И они сделают все, что они могут, чтобы сделать меня счастливой. They make me feel safe. Они делают меня, я чувствую себя в безопасности. They make me feel confident. И они помогают мне чувствовать себя уверенной.
I guess in no, I can just say they just make me a better and complete person, right? И они делают меня лучшим и более полноценным человеком. I'm still talking about husbands and wives. Я все еще говорю о муже и жене. You know, and we think they're too good for me. И мы думаем, что они слишком хороши для меня. But it's interesting that just because we feel that they are too good for us. Но только потому что мы чувствуем, что они слишком хороши для нас. We don't separate ourselves from our husbands and wives, right? Мы не отделяем себя от наших мужей или жен. We don't start giving up on the marriage because, wow, my wife does a lot more than I do. Мы не сдаемся в нашем браке, потому что, моя жена делает намного больше, чем я делаю. I'm just gonna stop trying in the relationship and just let her carry the marriage, right? И я просто сейчас перестану работать над нашим отношением, и пусть она все несет на себе. We don't think, wow, my husband is probably the better person in the marriage. That's it. As the wife, I'm gonna just stop coming home. И мы не думаем, что мой муж намного лучше в наших отношениях. Because I'm failing as a wife. Как жена, я просто не буду возвращаться домой. You know, we don't look at our spouse and say, wow, they are way too good for me. That's it. I'm gonna end the relationship and I'm gonna file for divorce. И мы не смотрим на своих супругу, как говорит, они слишком хороши для меня, и все. Я закончу эти взаимоотношения, я подам на развод. That's not the way we're reacting, right? Мы не так относимся. Of course not. Конечно же нет. We're thankful. Мы благодарны. We thank the Lord every single day for the blessings He gives us. Мы благодарим Господа каждый день за благословение, которое нам дает. We don't give up. We don't stop trying, and we also want to prove our worth to our husband and to our wives, right? Мы не сдаемся, и мы также пытаемся доказать нашим мужу или жене, что чего мы достойны. We don't just say, wow, I am failing as a husband and I am failing as a wife, that's it. I'm gonna lay down and I'm just gonna sleep and give up and everything. И мы не просто говорим, что я провалил как жена, как муж, и все, я сдаюсь, опускаю руки. Not at all. Совсем нет. We try to be a blessing to them as they are a blessing to us. Amen? Мы пытаемся быть благословением для них, как и они являются благословением для нас. Friends, can we have the same attitude towards God? Друзья, можем ли мы иметь такое же самое отношение к Богу? Do you guys understand where I'm trying to go with this? Понимаете, куда я иду? There are a lot of times when we feel unworthy of God, когда мы чувствуем себя недостойным Бога, when we feel unworthy to be in the church, когда мы чувствуем, что мы недостойны прийти в церковь, when we feel unworthy to stand in His presence, когда мы чувствуем недостойными стоять в Его присутствии, far too often when we are not doing good, слишком часто мы не делаем хорошо, whether it be because we are in sin, может быть, потому что мы во грехе, because we are lacking spiritually, or maybe we're going through a dry season in our life. Может быть, нам недостает чего-то в духовном мире, или мы проходим через сухой сезон нашей жизни. Maybe we're not doing the best because in our walk with God at that moment we're not on fire. Или, может быть, в тот момент, когда мы на нашем пути с Господом, мы не находимся в огне. Let's be honest here. We all go through these seasons. Am I right or am I wrong? Будем честными. Мы все проходим через эти сезоны. Friends, I'm not always on fire. И, друзья, я не всегда в огне. I'm not always doing what's right. Я не всегда делаю то, что правильно. I also have my shortcomings. У меня тоже есть недостатки. I also commit sin. Я тоже совершаю грехи. I also sometimes I'm feeling like, wow, I am not doing enough. И я тоже часто думаю, что, я недостаточно делаю. And the problem is this, dear friends. И проблема в том, друзья. We look at Genesis chapter 3. Мы смотрим на Бытие, 3 глава. Verses 8 through 10. С 8 по 10 стихи. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord amongst the trees of the garden. You can go ahead and read that. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Then the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, "Где ты?" Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. This is the fall of Adam and Eve. И это Адам и Ева. After Eve was tricked by the serpent. После того, как их обманул змей. Went against what God has said not to do. Когда им сказал то, что Бог сказал не делать. And many a times, dear friends, we have the same exact reaction when it comes to we don't feel like we are good enough for God.
И часто у нас происходит такая же самая реакция, когда мы чувствуем, что мы недостойны. See, when there is sin, when there are shortcomings. Когда есть грех, какие-то недостатки. When there are moments where we're not doing everything right. Моменты, когда мы делаем, не можем сделать ничего правильно. In their situation, the sin it produced both shame and guilt. И в их ситуации грех произвел стыд и вину. And it was these things that made the sinners want to hide. И вот это их заставило спрятаться. They were ashamed because of what they were. They were naked. Они были, им было стыдно, они стыдились того, кем они были, потому что они были. And they felt guilty because of what they had done, and it was disobeyed God. И они чувствовали себя виноватыми из-за того, что они сделали, не послушались Господа. Friends, but if we separate the idea of sin from these verses. Но, друзья, если мы отсоединим идею греха из этих стихов. And we put it into a perspective of we just are not feeling worthy. И мы посмотрим на нее с перспективы, что мы просто не чувствуем себя достойными. We personally feel like we're not measuring up to being good enough for God. И мы чувствуем лично, что мы не можем себя сравниться с Господом. It applies to us a little bit differently. И оно к нам касается нас немножко по-другому. Because some of us right away right now want to justify ourselves and say, well, I'm not in sin. Потому что некоторые из нас пытаются оправдаться, сказать, что я не во грехе. But there's something else that keeps you from measuring yourself as unworthy. Но что-то другое существует, что удерживает тебя от того, чтобы сравниться, чтобы сказать, что ты достоин. We are ashamed and we called ourselves unworthy. Мы стыдимся и мы говорим, что мы недостойны. Because we are lukewarm in our faith today. Потому что мы теплые в нашей вере сегодня. And we have been lukewarm lately. И мы были теплыми. We are ashamed because we haven't read our Bible consistently every day. Потому что, может быть, мы не читали Библию постоянно каждый день. We are ashamed because we haven't spent time in our prayer room the way that we know we should. Нам стыдно, потому что, может быть, мы не проводим время в нашей молитвенной комнате, как нам следует. We are ashamed because we feel like we're not doing enough for God when we understand all that He has done for us. Нам стыдно, потому что мы чувствуем, что мы недостаточно делаем чего-то для Господа, глядя на все то, что Он сделал для нас. We are ashamed because of the way we have recently treated people. Нам стыдно из-за того, как мы относимся к людям. We are ashamed because our character doesn't always carry proof of being a Christian. И нам стыдно, потому что наш характер, наша личность не всегда является доказательством того, что мы христиане. We are ashamed because we are in ministry, but we haven't discipled anybody this year. И нам стыдно, потому что мы находимся в служении, но мы никому не послужили в этом году. Or maybe we feel unworthy and we feel guilty. Или, может быть, мы чувствуем себя недостойными и виноватыми. Because God keeps calling us and we keep ignoring Him. Потому что Бог продолжает звать нас, а мы продолжаем игнорировать Его. Because God keeps telling us to do something and we do the opposite. Потому что Бог говорит нам делать что-то, а мы делаем противоположное. Because God keeps forgiving our sin and strengthening us in our struggles. Потому что Бог продолжает прощать наши грехи и укреплять нас в нашей борьбе. And helps us through our weaknesses. И помогает нам в наших слабостях. But we choose to keep going back the same path. Но мы делаем выбор, возвращаемся на тот же самый путь. We are ashamed. We feel guilty because we listen more to ourselves than what we listen to God. И мы чувствуем вину, потому что мы прислушиваемся больше к себе, чем слушать Бога. We feel guilty because we serve ourselves before we serve God. Мы чувствуем вину, потому что мы служим себе, прежде чем служить Богу. We feel guilty because lately we have not been treating Jesus Christ as our true Lord and Savior. И мы чувствуем вину, потому что последнее время не относились к нашему Иисусу Христу, нашему Спасителю. We feel guilty because God keeps giving us freedom. И мы чувствуем себя виноватыми, потому что Бог дает нам свободу. But yet we choose to continue to live in bondage. Но мы продолжаем делать выбор оставаться в рабстве. We feel guilty because God says no. Мы чувствуем себя виноватыми, потому что Бог говорит нет. But quite frankly, I'm not sorry, God. I don't care. I say yes. Но если честно, мне без разницы, Бог, я говорю да. You know, to be honest with you guys.
И если быть честными с вами, друзья, in a lot of these examples that I just mentioned and I said, во многих этих примерах, которые я сейчас упомянул, I see myself in them. Я вижу себя в них. I'll be honest. Я буду честен. I'm not going to stand here and pretend to be perfect. И я не буду стоять здесь и казаться вам, что я совершенен. And my hands are not clean because, believe me, I fell in a lot of things myself. И мои руки нечисты, потому что, поверьте мне, я падал во многих вещах сам. 7 years since I came to the Lord. 7 лет с того, как я пришел к Господу. And surprise, surprise, I am not perfect. И сюрприз, сюрприз, я несовершенен. Славик, are you perfect? Славик, ты совершенен? How long have you been with God? Как долго ты был с Богом? How long? 30-35. Игорь, ты совершен. How long you been with God, brother? Сколько ты был с Богом? Serge, you perfect? Сергей, ты совершен. How long you been with God? Сколько ты был с Богом? Hallelujah. 12 лет. Honest man. Ministers. Аллилуйя, честный человек, служитель. Not afraid to say. И не бояться сказать. I am a sinner. Я грешник. I am not perfect. Я несовершен. But I desire to be perfected. Но я желаю, in Jesus Christ, быть совершенным, and I want to have my mind, и я хочу, чтобы мой I want to have my heart, мое сердце, and I want to have my soul renewed in Him, чтобы они были обновлены в Нем, and in His glory every single day, Hallelujah, Amen. И быть в Его славе каждый день, Amen. You know, we look at verses 9 and 10, и мы смотрим на стихи 9 и 10, and it's interesting to see this happen to us. И интересно, когда это происходит с нами. You know, in those moments where we fall short and we make mistakes. И в те моменты, когда мы у нас какие-то недостатки и мы делаем ошибки. We commit sins. Мы совершаем грехи. We stop reading the Bible. Мы перестаем читать Библию. We are lacking on our worship, whatever it be, right? Может быть, мы не поклоняемся достаточно, что бы ни было. And these moments come and we start feeling unworthy. И приходят эти моменты, мы чувствуем себя недостойными. We start to feel so lost because we're so deep in what we're doing wrong. Мы чувствуем себя потерянными, потому что мы настолько глубоко оказались в том, что мы делаем неправильно. And we feel that God has forsaken us. И мы чувствуем, что Бог нас забыл. And we start to feel that we're not worthy to stand in His presence. И мы чувствуем, что мы недостойны стоять в Его присутствии. And we start feeling that we're not worthy to hear His words. И мы чувствуем, что мы недостойны слушать Его слова. And we start feeling that we're not worthy to feel His presence around us. И мы чувствуем, что мы недостойны чувствовать Его присутствие. And we start feeling, God, I'm not even worthy to be filled by Your grace. I'm not even worthy, O God, to be touched by Your mercy or Your forgiveness. И говорю, Господь, я недостоин, чтобы чувствовать Твою благодать, чтобы Твое милости и прощения касались меня. God, I keep failing. Господь, я продолжаю делать ошибки, я проваливаюсь. I keep trying, God, but I keep messing up every single day. Я пробую и пробую, стараюсь, но я все равно делаю ошибки каждый день. I try and I fail, I try and I fail, and I try and I fail. Я пытаюсь, у меня не получается, пытаюсь, и не получается. I am not worthy of you, O God. Я недостоин тебя, Господи. But we look at verse 9 and 10. Но мы смотрим на стихи 9 и 10. And it shows us something completely different. И оно нам показывает что-то абсолютно другое. God knows what just happened. Бог знает то, что сейчас только что произошло. God knows what Adam and Eve just did. Бог знает то, что Адам и Ева сделали. Just like God knows you. Точно так же, как Бог знает тебя. Just like God knows your struggles. Точно так же, как Господь знает твою борьбу. Just like God knows your sins. Точно так же, как Бог знает твои грехи. Just like God knows your shortcomings. Точно так же, как Бог знает твои недостатки. Just like God knows the true uncensored nature of your heart. Точно так же, как Бог знает истинное состояние твоего сердца. But He still came to Adam and Eve. Но Он все равно пришел к Адаму с Евой. He still spoke to Adam. И Он все равно проговорил к Адаму. He still called him and said, "Where are you?" И Он все равно воззвал к нему и сказал, Адам, he где ты? He still wanted that fellowship with him. Он все равно еще хотел иметь это взаимоотношение с ним. And this is not the ignorance of God.
And don't ever confuse the love of God for the sinner as a love for the sin. И никогда не путайте Божью любовь к грешнику с любовью к греху. Just because God loves the sinner, it doesn't indicate that he has leniency. Потому что Бог любит грешника, это не значит, что он будет... Let's keep that very clear. Будет терпеть грех. Давайте, пускай это будет очень четко. It's a reminder to us that even in those moments, friends, и это напоминание нам, что даже в те моменты, that in those moments when we have disqualified ourselves, что когда мы дисквалифицировали себя, when we have said, I'm not worthy, God, когда мы сказали, я недостоин, Бог, when we have separated ourselves, когда мы отделили себя, when we have hidden ourselves, когда мы спрятали себя, when it is easier to just not come to church, когда проще просто не приходить в церковь. God, it's easier to just sit on live stream. И Бог, намного проще смотреть это на онлайн. I'm not talking about mothers with kids. Я не говорю о матерях с детьми. I'm talking about people that are physically able. Я говорю о людях, которые физически способны. Have no reason at all not to come to the church. И не имеют никакой причины не ходить в церковь. But it's easier for them not to come into the presence because they feel like they are not qualified for it, right? Но и проще для них не приходить в церковь, потому что они чувствуют, что они не квалифицированы для этого. We have measured ourselves and we have called ourselves unworthy, but God still speaks. Мы измерили себя, и мы почувствовали, что мы недостойны. You're calling yourself unworthy today, but God is still talking to you. Ты говоришь, что ты недостоин, но Бог все равно сегодня говорит к тебе. But God is still trying to reach out to you. Бог пытается протянуть руку к тебе. But God is still touching you. Бог все еще касается тебя. But God is still trying to fill you. Бог все еще пытается наполнить тебя. But God is still trying to raise you. Бог все еще пытается поднять тебя. You have counted yourself and measured yourself unworthy. Ты посчитал себя недостойным. But God is still showing His mercy to you. Но Бог все еще показывает свою милость тебе. But God is still showing His love to you. Бог все еще показывает свою любовь тебе. The Lord is still giving His grace and He is still giving His forgiveness. Бог все еще предлагает свою милость и прощение. Because His love to the sinners like Adam and Eve. Потому что Его любовь к грешникам, как Адам и Ева. Because I don't know what Bible you are reading at home, friends. Потому что не знаю, какую Библию вы читаете дома, друзья. But in my Bible in the New Testament in Luke 17 in Luke 15 14 it says this. В моей Библии в Новом Завете Луки Luke 15 15 глава verse 4. Sorry, Luke 15 4. My Bible says this. 15 глава 4 стих моя Библия. Even when I say, God, I am not worthy. Even when I say, God, I am so bad, God, I am failing so much. Даже когда я говорю, Господь, я недостойный, когда я такой плохой, я столько God, I'm not worthy of your forgiveness. Плохо сделал, когда недостойный God, I keep trying and I keep failing. Я пытаюсь, я все равно мне провал. God, I keep trying to walk with you, Lord, but I keep getting lost. Я пытаюсь идти с тобой, Бог, но все равно я теряюсь. God, I keep making the same mistake over and over again. Бог, я продолжаю делать те же самые ошибки. I am not worthy of you, God. But my Bible says. Но моя Библия говорит. And when it says, what man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And that is our God. Alleluia. Amen. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Это наш Бог. Amen. Right? The good shepherd leaves back the 99. Добрый пастырь оставляет 99. And goes after the lost one. И он идет за потерянной овцой. He goes after the one who thinks he is unworthy. Он идет за той, который считает, что он недостоин. And he's still looking for the one that has called himself a lost cause. И он все еще ищет тех, которые сказали, что они уже пропавшие. Hallelujah. Hallelujah. Does this make anybody happy? Делает ли это вас? Радует ли это вас? Nobody. Only half of the church, except the other half, is like, I don't really care, right? Пол церкви, а всем остальным без разницы. How many in here
have at some moment felt, we're talking about the attitude towards ourselves right now. И сейчас мы говорим об отношении к самому себе. I don't want you to look at others. И я не хочу, чтобы смотрели на других. Friends, when you come to church, друзья, когда вы приходите в церковь, don't look at others. Не смотрите на других. Don't take the sermon being preached and apply it to your wife. И не слушайте проповедь, которую и прилагайте к своей жене. Don't take the word and right away apply it to your husband and your kids, but you're, oh, this is not for me, right? Не берите слово и прилагайте его к мужу или к детям. Это не для меня, правда? This word is for Vitaly. Это слово для Виталия. Look at yourselves. Посмотрите на себя. How many in here at some moment have felt unworthy? Attitude towards ourselves. Кто из вас чувствовал, были моменты, когда вы чувствовали себя недостойны по отношению к себе? Let's raise our hands. Поднимите руки. Not because anybody told you that you're unworthy. Не потому, что кто-то сказал тебе, что ты недостоин. But just you yourself. Но ты сам. There's some secret. Какой-то секрет. There's something hidden. Что-то спрятанное. There's something unseen. There's something private. Что-то невидимое, что-то личное. Maybe a secret sin. Может, какой-то секретный грех. Maybe something you're struggling in, something you're failing at, and you're not happy with it. Может быть, что-то, с чем вы боретесь. And you stand there and you say, вы это не радуете. Sorry, Sveta, also down. And you stand there and you say, God, I am not worthy. И вы стоите, говорите, Господь, Бог, я недостоин. I'm not worthy to call upon your name. Я недостоин призывать твоего имени. I am not worthy to ask for your forgiveness yet again. Я недостоин просить твоего прощения опять. I am not worthy of you, O God. Я недостоин тебя, Бог. I would love for our minds to be changed today in this. Я бы хотел, чтобы наш разум изменен был сегодня. That we stop sitting here just in self-pity. Чтобы мы не сидели и жалости к себе. Meditating and thinking about how unworthy we are. Раздумывая над тем, насколько мы недостойны. Fighting within ourselves that we're not worthy of this. Борясь внутри себя, что мы недостойны этого. Constantly battling and measuring ourselves. Постоянно борясь и сравнивая себя. That we just say, I'm not worthy, and that's it. Мы просто скажем, я недостоин, и все. But that instead we look at the circumstances that we measure as being unworthy. Но вместо этого давайте посмотрим на обстоятельства, по которым мы себя сравним и говорим, and that we acknowledge where we are lacking and where we are wrong. И мы признаем то, где там нам что-то не хватает и где мы не правы. And that we can change those circumstances to live a life that is worthy of God. Amen. И мы можем изменить те обстоятельства, чтобы жить жизнью, которая достойна Бога. Аминь. This is how I knew this word was proper today. И вот каким образом я знал, что это сегодня было слово на сегодня. I just wasn't getting nothing the whole week. И мне ничего не приходило всю неделю. Until yesterday evening, yesterday morning almost even. До вчерашнего утра. And then Pastor Igor shared a verse this morning. И пастор Игорь поделился стихом сегодня утром. Pastor Igor, what was those verses that you were sharing? Какими словами ты делился? That we present ourselves, right? That we present ourselves worthy, right? A living sacrifice, right? Представили себя достойными. Can we not say these go together? Жертву живую. Давайте мы скажем эти слова вместе. Right? It's not just saying we're unworthy and living unworthy. Это не просто сказать, что мы недостойны и жить недостойно. Friends, you change that. Друзья, вы изменяете это. That we no longer just say I am unworthy and I'm going to hide myself from God. И вы больше не говорите, что я недостойна и не прячетесь от Бога. But that instead we say, God, the way that I am living today. Но вместо этого говорите, Бог, то, как я живу сейчас. And the way that I am acting, oh Lord. И то, как я поступаю. It is an unworthy way right now. Это недостойный образ. But сегодня. I want to stand before you in righteousness. Hallelujah. Но я хочу стоять перед тобой в праведности. But friends, there is a problem within ourselves. И друзья, существует проблема. That hasn't been addressed. Которую никто не разрешил. And we have lived this way for many, many years. И мы жили таким способом много-много лет. And maybe it's been taught to us, but we never quite received it.
И может быть это было нам преподано, но мы так и не приняли. Or we heard it preached, but it was one of those words that we just almost like ignored it, like, it's not really of great importance. Или может мы слышали это в проповеди, но мы проигнорировали. Это не для меня. And I want this problem to be able to be this problem to have an end today in the church. To be ended. That's it. No more. Я хочу, чтобы эта проблема закончилась сегодня, чтобы ее больше не было. The problem within ourselves that keeps us from being able to fully receive and accept. И проблема то, что нас удержит от того, чтобы могли полностью принять и. The depth of the grace of God and the forgiveness He has towards us. Глубину смерти. The depth, like how deep it is. Oh, depth. Yes. Глубину. The depth of His grace. Глубину Его благодати. And His forgiveness towards us. Его прощение к нам. I make it harder for her to translate because I also have an accent. It sounds like a debt, like we owe something, right? We hold ourselves accountable past His forgiveness. Мы себя проверяем после этого прощения. I'll repeat that again. Я повторю. And then I'm going to share it in different perspective. И потом я поделюсь с другого образа. We hold ourselves accountable. Мы проверяем себя. Past the forgiveness that God already gave. После прощения, которое Бог нам уже даровал. In questions, it can, I guess, look like this. И вопросы может звучать следующим образом. Are you really forgiven? Ты по-настоящему прощен? Действительно прощен? Are you really changed? Ты действительно изменился? Do you really want to be different? Ты действительно хочешь быть другим? Will you really stop being so lazy and actually get up and pray and read? И что ты действительно перестанешь лениться, и что начнешь, встанешь и будешь читать? You said you were going to read more. Ты сказал, что ты будешь больше читать. But here you are slacking again. Но вот ты опять ленишься. Does this sound familiar to anybody? Похоже, да. You said you were going to stop doing this. Ты сказал, что ты перестанешь это делать. And here you are again. А вот ты опять. Sometimes we are so much harder on ourselves. И иногда мы себя проверяем и критикуем намного жестче, then God is on us. Чем Бог нас судит. I'm not saying God is lenient. И я не говорю, что Бог он прощающий. Like doesn't care. And I'm not saying. Как будто ему без разницы. And I'm not saying that God is soft. И я не говорю, что он слишком мягок. Our God is wise, amen. Наш Бог, Он мудр, аминь. Our God is power, amen. Наш Бог есть сила, аминь. Can we agree with this, amen? Можем мы согласиться с этим? Our God is love, amen. Наш Бог есть любовь, аминь. But our God is also a consuming fire, amen. Но наш Бог также и огонь поедающий, аминь. You notice the amen on that last one kind of died down. И знаю последний аминь немножко так. Right. Приуменьшился. So the question is, why do we try to consume ourselves? И вопрос в том, почему мы пытаем поедать себя. Does that make sense, friends? Why do we try to punish ourselves? Почему мы пытаемся наказывать себя? Why do we choose to continue carrying the yoke that Christ offered to take from us? Почему мы продолжаем нести бремя, которое Христос предложил забрать от нас? Romans chapter 3. Римлянам 3 глава. Verses 21 to 24. С 21 по 24 стихи. You know, I find it proper that this message is shared this week, 1 week before communion. И я считаю, что эти хорошие слова делиться за неделю до преломления. Because some of us, as soon as Slavik mentioned communion, right away thought, well, I'm not taking communion because I'm not right with God. Потому что некоторые из вас, как только Славик упомянул, что у нас будет преломление, сказали, что, о, я не участвую, я недостоин. Well, guess what? You have a whole week to get it right so you can partake in communion. Amen. Представьте себе, что у вас есть целая неделя, чтобы приготовиться к нему, чтобы могли участвовать. Romans chapter 3, 21 through 24. This is going to be in English.
3 глава Римлянам, с 21 по 24 стихи будет But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Verse 21 and 22. 21 и 22 стихи. In the Old Testament, friends, righteousness and the way we felt about ourselves, it came by our actions. Праведность и то, как мы чувствовали по отношению к себе, it came by your works, происходило by the way, дел, by the way you behave, как мы себя вели, right? Да? Good works, хорошие дела, good fruit, хороший плод. That was the law. Это был закон. You could follow the law. И вы могли следовать закону. You could do everything according to the law. Вы могли делать все согласно закону. And be called a Pharisee and a Sadducee. И называться фарисеем и саддукеем. And Scripture says their hearts are so far away from me, right? И Библия говорит, что их сердца далеки от меня. They do everything right. Все правильно делаешь. But their hearts are so far away from me. Но их сердца настолько далеки от меня. And sometimes we feel like this. We put ourselves under this law again. И иногда мы чувствуем себя таким же самым образом. Мы ставим себя Where our feeling of unworthiness, и когда наши чувства недостойности, our value, the way we measure ourselves, и ценность, то как мы ценим себя, is according to our works. И согласно нашим делам. But under the gospel, the righteousness is by believing. Но согласно Евангелию, праведность приходит от веры. By believing in what? Веры во что? In Jesus Christ, alleluia. Во Христа Иисуса. Our Lord and Savior, and not our works that make us saved. Нашего Господа Спасителя, и но не наших дел, которые нас спасают. It is Jesus Christ that makes us worthy, and not our works. Иисус Христос делает нас достойными, но не наши дела. It is what He did that makes us worthy. Это то, что Он сделал, что делает нас достойными. What He did to make us worthy and give us all an opportunity to stand in righteousness. То, что Он сделал и дал нам возможность стоять в праведности. Friends, that we stop counting ourselves worthy because of our actions. И друзья, перестали ли мы считать себя достойными из-за своих поступков? Because of what we can and cannot do. Из-за того, что мы можем или не можем делать. But that we count ourselves worthy because we believe in Jesus Christ. Но считаем ли мы себя достойными, потому что мы верим в Христа Иисуса? And our faith is in Him. И наша вера в Нем, в Него. And our faith is that He can save the lost sinners. Amen. И наша вера в то, что Он может спасти погибших грешников. Scripture says there's only one way to God, and what way is that? Писание говорит, что существует только один путь к Богу. Какой этот путь? What's the way, friends? Amen. Jesus Christ. Иисус Христос. Аминь. I don't see anything about how worthy do you feel. Я не вижу ничего о том, как ты чувствуешь себя достойным или нет. I don't see anything about how perfect you are. Я ничего не вижу о том, насколько ты совершенен или нет. We're talking about where are you at with Christ, your Lord and Savior, right? Но речь идет о том, где ты находишься в отношении с Христом Иисусом. Our worthiness through works. Наше достоинство через дела. Or our worthiness is Jesus. Или достоинство во Христе. I want us to understand verse 23 very well. Я хочу, чтобы мы поняли 23 стих очень хорошо. And it's very straightforward. И он понятный. All have come short of the glory. Потому что все согрешили. All have sinned. И лишены славы Божьей. There should be nobody in this room that stands here today and say, I am perfect, I am free of flaws, I do nothing wrong. Никого не должно быть здесь в этой комнате, кто может сказать, что я совершен, у меня нет никакого недостатка. I only do right. Что я делаю только то, что правильно. That is a lie.
это ложь. Because we all need Jesus Christ to be saved, amen? Потому что нам всем нужен Иисус Христос, чтобы спастись. But because our righteousness, но потому что наша праведность, self-righteousness, самоправедность, it sometimes seems to be greater than the righteousness of Christ. Иногда кажется, что она больше, чем праведность Христа. We begin to torment ourselves. Мы начинаем мучить себя. We take the poor decisions that we make. И мы начинаем берем эти решения, которые мы приняли. We take those areas where we are failing. И смотрим на те стороны, где we take all of the areas where we are struggling. На те стороны, где мы у нас не получается. We take all those areas where we are not good at, and we allow the enemy to torment us. И смотрим там, где мы не хороши, и мы позволяем врагу нас мучить. To accuse us of how bad we are. И обвинять нас в том, насколько мы плохи. How bad of a sinner you are. Какой плохой грешник ты. How unworthy you are of God. Насколько ты недостоин Бога. You are just a black sheep. Ты просто черная овца. You are not worthy of God. Ты недостоин Бога. You are not worthy of Jesus Christ. Ты недостоин Иисуса Христа. You allow the enemy to put this into your mind and into your heart. И ты позволяешь врагу вложить это в твой разум и в твое сердце. Christ died for everybody. Христос умер за каждого. But he did not die for you. Но он не умер за тебя. Look at you. Посмотри на Look себя. At what you do. Смотри, что ты Look делаешь. Look at who you are. Смотри, кто ты есть. We allow this, friends, into our minds. Разрешаем это входить в наш разум. We allow this ourselves into our walk of faith. В наш шаг веры. Friends, today, in Jesus' name. И сегодня во имя Иисуса. Friends, let's close our eyes real quick. Давайте мы закроем глаза быстро. God, I ask you, Lord. Господь, я прошу тебя, and that you remove these feelings of unworthiness, God. Чтобы ты удалил эти чувства недостойности. That you remove all self-righteousness from us, my Lord. Чтобы ты удалил это чувство самоправедности от нас. God, the way that we measure ourselves today. И Бог, как мы себя оценим, оцениваем. The attitude that we have, oh Lord, towards ourselves. И отношение, которое мы имеем к самим себе. The way that we keep hiding and we keep separating ourselves from you, oh Lord. И то, как мы продолжаем прятаться и отделять себя от тебя. And we keep saying, I am not good enough. И мы продолжаем говорить, что я недостоин. And we keep saying, I am not forgiven. И мы продолжаем говорить, что я не прощен. And we keep saying, I will keep on failing. И мы продолжаем, что у меня будет не получаться. God, and I ask you, Lord, today. И я прошу сегодня. You remove this, Lord, from our hearts. Удали это все с наших сердец. You remove this, my God, from our minds. Удали это с нашего разума. Father, take it away. Отец, забери это. That we are giving the enemy no authority in our lives to hold us to this, my Lord. Чтобы мы не дали врагу никакой власти в нашей жизни. Because God. You did not send your son to die for unworthy people. Ты не послал своего сына умереть за недостойных людей. But when your son, when Jesus Christ, our Lord and Savior, when he died on that cross, oh Lord, когда он умер на кресте, he died for all of us. Он умер за всех нас. He died for every single one of us in here today. Он умер за каждого из нас, который здесь сегодня. Regardless of our shortcomings, oh Lord. Несмотря на наши недостатки. Regardless of where we are failing at today, oh God. Несмотря на то, что мы у нас проваливаем, мы проваливаемся. And he died, oh Father. И он умер, отец. That we no longer feel unworthy, oh God. Чтобы мы больше себя не чувствовали достойными. But that we present ourselves, oh Lord. Но чтобы мы представили себя as a holy как святыми. Sacrifice for you today in Jesus' name, amen. Жертвой святой во имя Иисуса Христа. Amen. How many times have we confessed the sin? Как много раз мы исповедовали грехи. But we don't feel forgiven. Но не чувствовали себя прощенными. I'll be honest, I've had that happen to me. И честно признаюсь, это со мной случилось. I felt that something, I confess it. Я в чем-то упал, я это And I feel like that just wasn't enough. И мне казалось, что этого было недостаточно. But the question here is not was there true repentance or not. И вопрос не в том, что было ли настоящее
покаяние или нет. Friends, I'm talking about true sincere repentance. Я говорю о настоящем искреннем покаянии. Even moments of standing before God in tears. И даже момент, когда стоишь перед Богом, feeling ashamed and feeling guilt because of where of what we did and where we are at. Чувствуя себя в стыде и вине из-за того, что мы сделали. Because of our flaws and our shortcomings of His glory. Из-за наших недостатков. And we ask for forgiveness. И мы просим прощения. And we say, God, I have a desire to be changed. И мы говорим, Господь, у меня есть желание, чтобы я изменился. God, I don't want to go back to the old ways. Бог, я не хочу возвращаться к моим старой, к моей старой God, жизни. God, I don't want to continue living the way I am living. Бог, я не хочу продолжать жить так, как я живу. But we don't feel forgiven. Но мы не чувствуем себя прощенными. Or we don't feel like it was enough. Why? И мы не чувствуем, как будто, что этого было достаточно. Почему? Has anybody ever felt like that? Кто-нибудь чувствовал так, так таким образом? I have. I have. Я чувствовала. Why does this happen? Почему это происходит? And how can it be that when we confess our sins? Почему, когда мы and when we fall грехи, before God, и когда мы падаем перед Богом, and we come to Him to forgive our sins, и мы приходим к Нему, чтобы Он простил наши and грехи, and we confess and we go to count through counseling with ministers even. И мы исповедуем грехи, можем проходим через собеседование с нашими служителями, и есть прощение, покаяние. Но мы все равно чувствуем себя недостойными. It's because we do not have enough faith. Потому что у нас недостаточно веры. To believe that the blood of Jesus Christ. Чтобы верить в то, что кровь Иисуса Христа. I want us to understand this very clear. Я хочу, чтобы мы очень это ясно поняли. We do not have enough faith to believe that the blood of Jesus Christ. У нас не хватает веры верить в то, что. On the cross was greater than our sins. Что кровь Иисуса Христа на кресте, она была превыше наших грехов. That the blood is greater than our flaws. Что кровь, она больше наших недостатков. That his sacrifice was greater than our shortcomings. Что его жертва была больше наших недостатков. That his blood has the power to cover the multitude of sins. И что его кровь имеет силу покрыть множество грехов. That his blood has the power to remove the feeling of unworthiness. И что кровь имеет силу удалить это чувство недостоинства. That his resurrection gave us resurrection from being dead in sin. И его воскресение дало нам воскресение, чтобы мы не оставались мертвыми во грехах. That his majesty and his glory. Что его величие, его слава. It covers the feeling of I am not good enough. Покрывает наши чувства, что я недостоин. And the truth is this, friends. И истина в том, друзья. It is not you that makes you good and qualifies you. Это не ты, кто делает себя хорошим. I want us to speak this into our hearts today. И я хочу проговорить это в наши сердца сегодня. Say it like in third person even. И скажите это как будто в третьем лице даже. Lord. Господь. It's not me today, God, that makes me good. Это не я сегодня, который делает себя хорошим. God is not me that makes me qualified. Это не я, который квалифицирует себя. And it's not me, oh God, that makes me worthy. Это не я, который делает меня достойным. It is Christ. Это Христос. That makes me good. Который делает меня хорошим. Аллилуйя, амен. Аминь. Аллилуйя, амен. Redemption, verse 24. Искупление, 24 стих. The word redemption means to be freed from the penalty of our sins. 100% free. И слово искупление, это значит быть свободным от вины греха. 100%. Who likes free? I like free. Кто любит бесплатное? I like when I buy tools. И я люблю, когда я покупаю инструменты. And you have to buy this combo, get this tool free. И там написано, купи это, и один инструмент будет бесплатно. It says free. Well, wait a minute. Let me look at that again. Давайте посмотрим опять. Free, free, free. Hallelujah. Свободен, свободен, свободен. Right?
I'm not talking about you're free today and you're back in bondage tomorrow, friends. Я не говорю о том, что вы сегодня свободны, а завтра будете опять в рабстве, друзья. 100% freedom without a doubt. Я говорю о свободе 100% без всякого сомнения. And I'm ready to give you the reason why. Я поделюсь причиной, почему. Scripture says, "Be ready in season and now to give reason for your faith." Right? To give reason for why you believe what you believe in. So go ahead. I dare someone. Ask me. Ask me, Juan. Why do you believe you're free? Ask me. I dare you to. И я хочу вас бросить вам вызов. Спросите меня, Juan, почему ты веришь? Ask me, Juan, why haven't you done drugs and have had a single drop of alcohol in 7 years? И спросите меня, почему, Juan, ты не попробовал наркотики и не принял ни капли алкоголя за последние 7 лет? Any taker, Slavik, thank you, brother. John 8:36. Иоанна 8, глава 36 стих. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И это обещание. It wasn't just for drug addicts. Это не просто тем, которые были в зависимости. It wasn't just for people in depression. Не те, которые были в депрессии. It wasn't just for people in adultery. Не те, которые были в прелюбодеянии. It is for everyone. Это для каждого. Everyone coming short of the glory. Все согрешили, лишены славы Божьей. Everyone, regardless the flaws. И все они, смотря на их недостатки. If so, the Son sets you free. Итак, если Сын освободит, then you are free indeed. То вы истинно свободны будете. So stop feeling unworthy. То перестаньте чувствовать себя недостойными. Stop feeling like you are not good enough. Перестаньте чувствовать, что вам чего-то не хватает. Because Jesus Christ already died for you and me. Hallelujah. Потому что Иисус Христос уже умер за тебя и за меня. So if God sent His Son to die for us on the cross. И если Бог послал Сына Своего умереть so на кресте I can за be нас. Redeemed 100%. Почему не можем мы быть искуплены so 100%? Чтобы я был освобожден. Why do I still choose to walk in bondage? Почему я все еще выбираю оставаться в грехе? Why would I would choose to go back to the drugs and alcohol? Почему я делаю выбор возвращаться к наркотикам и алкоголю? Why would I still choose to continue doing things where I feel unworthy? Зачем мне выбирать то, что заставляет меня чувствовать недостойным? Friends, when we walk around with this feeling of unworthiness and we choose to do nothing. И если мы ходим с этим чувством недостойности и мы ничего не делаем. It's almost like this. I'm going to paint an illustration in our minds. И я нарисую картину в нашем. We're in the time of slavery. Во время рабства. Now thank the Lord that this is removed from our present day living, right? That there's no longer these slaves. Я благодарю Бога, что это сейчас не является в нашей жизни такое не существует. I'm not even just talking African Americans. И я не говорю только о африканцах или о черных. I mean, imagine a time where, you know, Russians are in slavery to Chinese. You know what I mean? Представьте, когда русские были находились в рабстве у китайцев. Or Mexicans in slavery to Americans. Like, there's just so many или different. Или мексиканцы были рабами у американцев. Different ways slavery can still exist today. И многими путями. You know, so just imagine a time of slavery. И представьте времена рабства. And you're being auctioned off as a slave to the highest bidder. И вас продают как раба тому, кто заплатит больше всего. And here comes the Son of Man. И вот приходит Сын Человеческий. And he outbids everybody. И он дает больше всех. For you. За тебя. And the amount that he paid for you was ridiculous. И та сумма, которую он заплатил за тебя, была сумасшедшая. And you're up there just thinking like, there's no way I'm worth that much. И вот ты стоишь и думаешь, я недостоин, я столько не стою. I'm worth 100,000 max. He got a real bad deal. Я стою, может быть, 100 тысяч, самое максимальное, а он точно не выиграл за этого. I'm not like Serge. I don't work in the fields or a farmer. И я не как Сергей, не работаю на поле, я не фармер. And you start thinking, wow, that was a real bad deal. И ты думаешь, он точно проиграл. I don't know this and I don't know that. Я не знаю этого, я не знаю того. I can't do this and I can't do that. Я не могу делать ни то, ни другое. I keep failing in this and I keep failing in that. И я продолжаю
I'll never be able to repay him what he paid for me. But he didn't buy you off to remain his slave. Но он не хотел, чтобы я оставался рабом. He bought you off and said, "Now you're free. Go and do what you choose." Но он купил тебя, чтобы отпустить тебя на свободу. Теперь ты свободен. And we compare ourselves and we measure ourselves. И мы сравниваем себя и измеряем себя. And we say, "Well, yeah, no, this person is way more qualified than I am for that specific thing." И мы говорим, что нет, этот человек, он заслуживает намного больше, чем я, чего-то. They might have been more worthy of that price than I am. Может быть, они стоили той цены больше, чем я. But regardless, he paid for you. Но несмотря ни на что, он заплатил за тебя. And as soon as he leaves and leaves you a free man, и как только он оставляет тебя свободным человеком, you put on those chains again. Ты одеваешь эти оковы. You put on опять. Those shackles again. Ты одеваешь эти оковы. You put опять. On that yoke again. И берешь это бремя. Because we feel that we still deserve to be punished. Потому что мы чувствуем, что мы Because we feel that we are still not good enough. Что мы недостаточно хороши. Let's get one thing very clear through our mind today. И давайте поймем одну вещь очень ясно сегодня. I'm smiling. Я улыбаюсь. Because I only got through half of the word, and we're about to be done. Что я только через половину стихов прошел им. Because we're going to have to wait, right, Slavik? Romans 5:8. Not wait in the building. I'm going to let you guys go on time. I'm talking like wait for me to preach the next word. I'm not going to hold you guys up for another hour. Romans 5:8. Can you read this in Russian, please? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. But God demonstrates his own love towards us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. And we're thinking, God, but I just confessed last week. Бог, но я исповедался на прошлой неделе. And I failed again. И я опять упал. But Christ died for us. Но Христос умер за нас. God, but I'm struggling reading the Bible every single day. Бог, мне тяжело читать Библию каждый день. But Christ died for you. Но Христос умер за тебя. God, but there's so many more people at church that are more active and do more in the church than I ever did. Бог, столько много людей в церкви, которые делают намного больше, чем я когда-либо сделал. But Christ died for you. Но Христос умер за себя. But God, I am not good enough. Но Бог, я недостаточно хороший. But God, I am doing this wrong. И я делаю это неправильно. But God, I am stuck in this sin. И Бог, я застрял в этом грехе. God, but I've kept this hidden. И Бог, я это прятал. And his answer to you is this. Но его ответ к вам следующий. But I love you. Но я люблю тебя. You are worthy because I love you. Ты достоин, потому что я люблю тебя. You are worthy because my son died for you. Ты достоин, потому что мой сын умер за тебя. You are worthy because I say you are. Ты достоин, потому что я говорю, что ты достоин. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Friends. Друзья. Some of us have been carrying this for far too long. И некоторые из нас носили это бремя слишком долго. This feeling of unworthiness. Это чувство недостойности. It is a poison. Это жало. Яд. And it is ruining your walk with God. И он портит ваше хождение с Богом. Friends. Друзья. I want to tell you today. Я хочу вам сказать сегодня. I don't care what you're struggling in. И мне нету разницы, с чем вы боретесь. I don't care what sin you're in. Мне нету разницы, какие грехи вы совершаете. I don't care how you're measuring yourself today. Мне нету разницы, как вы себя оцениваете. I don't care if you feel like you're good enough or not. Мне нету разницы, чувствуете вы, что вы достойны или нет. I just want to tell you something. Я хочу вам сказать что-то. God loves you. Бог любит тебя. And he's waiting for you to stop hiding yourself from him. И он ждет того, как момента, когда ты перестанешь прятаться от него. Friends, let us get on our knees. Друзья, давайте встанем на колени. And we're going to have a prayer. И мы помолимся. Amen. Аминь. If you're ready today,
если вы готовы сегодня, to have this feeling of unworthiness, это чувство недостойности, this thought of I am not good enough today, эту мысль, что я недостаточно хороший сегодня, if you are ready to let that go, если вы сегодня готовы отпустить это, you give that to God, отдайте это Богу, you let him take it away, и позвольте ему взять, and это, you never take it back, не забирайте его назад. God loves you. Потому что Бог любит because тебя. Christ died for you. Потому что Христос умер за тебя. Friends, we have ministers up here today. И, друзья, у нас есть служители сегодня. And they're ready to pray with you. Они готовы молиться с вами. And they're ready to walk with you in this and fight with you. И они готовы идти с вами. Friends, and if there is a struggle that you've been having, и, друзья, если вы с чем-то боретесь, that makes you disqualify yourself, что вы and call yourselves unworthy. Friends, I'm going to ask you, come to the front. Don't look at others. You look at yourself. And you get right with the Lord. Because Christ died for you. And God loves you. Hallelujah, amen. Lord, I'm coming, O Father, O Lord, to you today. Lord, and I ask you, O God. Lord, you see my prayer life, O Lord. Ты видишь мою молитвенную жизнь. And Lord, my reading, Father, O Lord, and lately, O God, it hasn't been where I wanted to be, O Lord. И мое чтение Библии, я не там, где я должен быть. Father, O Lord, I feel, O God, as if I am not serving the God the way you called me to serve, O Lord. Sometimes I feel, Father, O Lord, as if me being an ordained minister, Father, it's not, O Father, O Lord, what you have envisioned in my life, O God, and I'm sorry for this, O Lord. And Lord, I'm asking of you, Father, oh Lord, I want to be redeemed by you, oh God. I want to be restored, oh Lord. I want to be able to stand before you, oh God, confidently, oh God. Not always struggling, Father, oh Lord. Not always struggling, Father, but to be able, oh God, to stand in confidence, my God. To be able, Father, oh Lord, to stand before you, oh God, and no longer to say, God, I hide myself because I am unworthy, oh Father, but I acknowledge, oh God, and I admit, oh Father, that there are many a times, my God, that I have fallen short of the glory, oh God, and the truth is this today, oh God, I need you, Jesus, oh Lord, I need you, Lord, as my Lord and Savior, I need you, oh God, I need you to cleanse me, oh Lord, I need you to restore me, oh Father, and I need you, oh God, to pray. Raise me up, my Lord. In your name, oh Father, I'm praying, oh Lord, and I'm asking, oh God, today, oh Lord, that you can remove, oh Lord, the feeling of unworthiness, God, from everybody, Lord, in the church, my Father. I'm asking, oh Lord, of you today, oh God. There are many people in here, oh Lord, that say, God, but the things that I've done, oh Lord, God, but I have done this, oh Lord, and I have done that. And you're saying today, I don't care, I love you. But we're sitting here saying, oh God, but Father, I am not good enough. But Father, I haven't been reading. But Father, I haven't been fasting, oh Lord. But Father, I haven't been attending church, oh God. But you're telling us, but I love you and I am waiting for you, oh Lord. Father, I ask you, oh Lord, today, oh Father, that we can be redeemed, oh God. Father, for Scripture says, if so the Son sets free, then we are free indeed. And today, oh God, we want to be free, oh Lord. Free from the feeling of unworthiness, oh God. Hallelujah. Free from the feeling, oh Father, that you are not there for us. Hallelujah. That we want to be freed, oh Father, from the lies and the torment of the enemy that are telling us, you will never be good enough. Hallelujah. I am asking of you, oh God, remove these lies, oh Lord. Remove the self-pity, oh God. Remove, Father, oh Lord, the reasons why we hide ourselves. Remove, oh Lord, those flaws. Remove, oh Lord, the things that we are struggling in, oh God. As we ask of you, oh Lord, that it is not by our works, oh Lord, not by our self-righteousness, Father, and it is not by the laws, oh God, but it is by your grace. It is by your forgiveness. It is by your redemption, oh Father. It is by your restoration today in Jesus' mighty name. Hallelujah. Father, today, oh God, today, oh Lord, there's people in their hearts, oh Father, that are saying this. Есть люди, которые говорят в своих сердцах сегодня. And they're saying, God, you can't, how can you forgive this sin? И говорят, Господь, как ты можешь простить этот грех?
Lord, but I've done this for so long. Lord, but I've been living a double life. Lord, but I've been struggling in this. And I've been struggling in that. But today, O Lord, you are reassuring us, O Father, that you are faithful, hallelujah, and you are just to forgive, hallelujah. You are just waiting for us, oh God. You are calling us today, oh Lord, the way you called Adam and Eve. Father, and today, oh Father, that we stop hiding ourselves, oh Lord, but that we come back to you, oh Father, that we come back to your word, oh Lord, that we come back to our prayer closet, oh Father. Lord, that we come back to the church, oh God. That we come back to the body of Christ. That we stop saying, I am not good enough. That we stop saying, I am not worthy. Because Jesus Christ died. That we may be a worthy and living sacrifice, hallelujah. So I ask of you, Lord, today, that we open our hearts, oh Lord, and we let you in, oh Father, and we let you fill us up, oh God. Father, you have been trying for so long to speak to us, oh Lord. You have been trying to fill us up. You have been trying to deliver your forgiveness and your grace. You have been trying to deliver your love to us, oh God. And we just keep saying, I am not good enough. And we just keep saying, I am not good enough. Lord, but today, oh Father, let us open our hearts to you, oh Lord, that we can feel that forgiveness, that we can receive the forgiveness in faith, that we can receive the redemption, oh God, not because of us, oh Lord. It is not that us that makes us good, but it is you, oh God. Friends, there's someone in here today. God has been trying to love you for many years. He's been trying to show you his favor and his forgiveness. Хотел показать тебе свою благодать и свое прощение. There's many of us like that, actually. Многие из нас такие сегодня. But we keep saying, but I am not good enough. Но ты продолжаешь говорить, что я недостоин. This is why you are not feeling the forgiveness. Вот почему ты не чувствовал прощения. This is why you are not feeling the freedom. Вот почему ты не чувствовал свободы. This is why you feel like God doesn't love you and God has forsaken you. Вот почему ты чувствуешь, что Бог тебя не любит. Because you keep telling yourself, потому что ты продолжаешь говорить, I'm not worthy, and I am not good enough. The Lord is saying, but I love you, but my son died for you. Let that feeling of self-guilt go. Don't let the sin put you to shame, but you put it to shame. Let me show you my love. And let me show you my forgiveness. In Jesus' name today we pray. Father, we thank you, God, that even when we've hid ourselves and we have said, I am not unworthy, I am unworthy, sorry, and I am not good enough, Lord. You stop us. You call us by name. Ты называешь нас по имени. You look for us for fellowship. И ты ищешь нас, чтобы иметь с нами отношения. And you remind us. И напоминаешь нам. My son. Мой сын. My daughter. Моя дочь. I am waiting for you. Я жду тебя. I love you. Я люблю тебя. Stop hiding yourself. Перестань прятаться. And come back to me. И вернись ко мне. In Jesus' name, amen. По имени Иисуса. Oye Nash, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. God bless you, church.
Будьте благословены, церковь. Друзья, если кто-то захочет еще, вот после подойти, мы служителя будем здесь. And friends, if anybody wants to come up to us later on, all the ministers will be here. И мы готовы оставаться, молиться с вами, если у вас есть желание, есть потребность в этом. And we're willing to stay and pray with you if you have a desire to do so. Потому что я верю, что Бог совершает свою работу, а то, что Он начал, Он будет делать до конца. And I believe that God is doing His work and He will finish what He started. И просто один момент, когда вы слышали, когда Хуан говорил. There was one moment when Juan was speaking. Что говорит, мы бывает не чувствуем, что мы прощены. When sometimes we don't feel that we are forgiven. Или мы чувствуем, что мы недостойны, мы виноваты. Or we feel that we are unworthy. Друзья, как раз вот в этом и бывает наша основная проблема. And this could be our main problem. Что есть Слово Божие, которое говорит, верь и спасешься. There is a word of God that says, believe and you will be saved. То есть верь и чувствовать — это разные вещи. So to believe and feel, there are two different things. А мы хотим опираться на чувства, что я чувствую внутри. But we want to be basing ourselves on our feelings. What do I feel inside? А Библия никогда нас не учит, чтобы мы жили чувствами. But Bible never is teaching us to live by feelings. Но чтобы мы шли к Иисусу и верили в Его Слово. But so that we would walk toward Jesus and believe in His Word. И жили по вере. And live by faith. Аминь, друзья. Amen. Аминь. Не по чувствам, но по вере. Not by feelings, but by faith. Так что пусть Бог благословит, друзья, вас всех. May God bless you all. И как говорил, если кто-то еще хочет, чтобы мы помолились, мы открыты, можем оставаться здесь, молиться вместе с вами. Аминь. God bless you.